точка конечно. Ну, то есть, вот что, давай немножко так, чтобы никого палку не водить. То есть, ты человек решил по башке не палку ударить, да? Ты вот такими макаром. А можно по прямому, да? Я как-то вот люблю, когда меня по прямому башке. Понимаешь? Вот, ну, о, отлично. Давай. Опа! Ой-ой-ой-ой, мальчонка упала. Да, мальчонка. То есть вот то, что мы исследуем, то есть это простые вещи тоже. Вот, вот предмет, ну и что предмет? Я в этом осетном состоянии, я прохожу к нему за спину, протекаю. А за спиной-то тонкий состав-то, он в моих руках, он же весь за палку устремился. Он же там же, вот я просто его... Мягонько, у девочек сил не надо, они мягонько, у них юбочка. Вот идите, девчонки, сюда, очень важно. Вставайте, красавицы, вот так вот, прям туда же, видно вас будет. Вот. Ну, Максим, иди, тебя тоже надо. Нет, вот так. Максим, а ты всю юбочку сюда вставай. Моя задача сейчас показать разные составы, мужской и женский. То есть то, что мужчины устроены с женщинами по-разному. Вы должны это сейчас увидеть в тонком составе. Можно у вас вот, чтобы туда, оттуда красиво, к нам просто шире подальше, чтобы видно было. А потом вы мне скажете, что увидели. Хорошо? Можно еще вот тут у нас парни пояса где-то. Нет, у нас один такой. Ну ты тоже пойди. А то. Ну ладно. Вот, и идите вот. Вот. Видно, что они идут по-разному, правда? Вот. А вы знаете, как вы по-разному идете? Вам потом расскажу, покажу. Вот, еще разочек пройдите. Туды, сюды, хорошо. Вот, смотрите прям. Со спинки посмотрите. Я благодарю вообще, что вы в костюмах пришли. У меня была задача. Мы ненаглядные посудки. Вы просто ненаглядные наши. Вот, замечательно. Вот, замечательно. Остановились. Ребят, что вы видели? Расскажите, им же так любопытно. Разница есть? Да, видно. Давайте будем настраивать свое созерцание и наблюдательность. Что было по-разному? Вы уже знаете, плаху и лихтуру. Плаха по-разному. У кого плаха, чего, у кого лихтура. Давай вот ты сначала. Мужчин плаха, а женщина. Они двигались в основном лихтурами. Широко, да. А мужчина? Плаха. Все абсолютно точно. Вика, ты так. Да, вот мужчина плахая прямо. А женщина... Вы все видите, вы допустите. Юбочки я... не колышется как раз от того, что да. Лихтура. Я что еще хочу, вот прямо вот красной линии? Я ничего нового вам сказать не могу. У вас все есть. Я всего лишь как лучик света показываю, ага, у вас это есть. Так вот у вас есть знание о том составе, мужском, женском и вообще о тонком составе. Вот у него плаха, она вот так вот оплотнена. И он так идет, потому что это ему естественно, он мужчина. А у девочек, вот она, юбочка. И неважно, надета на нее юбочка или не надета на нее юбочка, устройство все равно одинаковое. И когда пляшет пара, понятно, что она становится очень цельной, потому что женщина снизу черпает силу и сквозь мужчину пропускает ее высший мир. Да? Это плясом. И, конечно же, когда в рукопашке или в самозащите женщина, чем она может быть сильна? Тем, что у нее другая опора. Мужчина же в запале не будет знать и помнить об опоре, какая она там у него. А она подкатится к нему под бочок, засмолит, и все. И он уже ощущает, что это вот одна опора у него, что это вот его опору напирается. А на самом деле-то она может вот так вот просто локоточек-то туда пропустить и вихторочку-то толкнуть. Если правильно толкнет она вихторочку-то, вот... ненаглядно ее повалится. Она скажет, куда ты, мой милый, дорогой? Вот у них уже общее понимание. А в плясе там по-другому, конечно. Вот в плясе все замечательно. Там и вихтора нужна, и плаха, и еще там есть очень тонкие штуки, которые просто очень вкусные и замечательные. Но я вам предлагаю все-таки сейчас вихтору и плаху поиграть еще. Согласны? Да. Просто вот, давайте вот кто-то стоит в сильном положении, кто-то на него набегает. Вот как ты на него набегаешь? Вот. Я беру, мощу его за плаху и скатываю его в лихтору. И все.
Главное, что я стою. Вот вы должны это попробовать. Ну давайте на меня понабегайте все, я просто покажу, как это. Потом между собой будем это делать. Потом уже дальше набегать.